Майдан это реальный образец Челябинского метеорита, который упал ровно год назад, 15 февраля прошлого года. Ну, просто, как бы сказать, подержите в руках, давай хотя бы посмотрите, как он выглядит. Пока я включаю. Здравствуйте. Кого-то я, с кем-то я вчера виделся, знакомые лица вижу. Вчера в музее института я рассказывал историю, я рассказывал лекцию, доклад был посвящен исследованиям самых крупных метеоритов 20-21 века. Ну, кто пропустил, извините, как бы. Сейчас я, наверное, об этом уже рассказывать не буду. Может быть, увидите эту лекцию в видеозаписи, там через некоторое время она появится в интернете. Но сегодняшняя лекция, сегодняшний доклад был заявлен как рассказ о загадках, тайнах НЛО и с акцентом на том, что является правдой, а что является вымыслом в этом достаточно всем хорошо известном феномене, о котором все мы наслышаны. Наверное, какая-то часть людей из присутствующих даже видела что-то неопознанное в небе. И, как бы сказать, с одной стороны, у меня задача достаточно простая. Я могу рассказать какую-то лайт-версию, которую вы не раз слышали по телевизору. Сейчас с 89 года, с марта 89 года, об этой теме официально разрешено в Советском Союзе писать и разговаривать. До этого эта тема была, кстати, полузакрытой или, по крайней мере, неразрешенной. Сейчас об этом пишут и рассказывают все, кому не лень. И, как бы, наверняка вы многие слышали или читали, или видели. Поэтому, с одной стороны, еще раз говорю, тема легкая, а с другой стороны, я предупреждаю, многие вещи, о которых я говорю, они нетрадиционные и вряд ли они где-то описаны. По крайней мере, они не являются общепризнанными. Но тем не менее, значит, в качестве предисловия хочу предупредить, что все, что я говорю, или большая часть того, что я говорю, это знания, это сведения, архивы, накопленные не столько лично мной, хотя я этим занимаюсь достаточно давно. Я возглавляю научно-исследовательское объединение «Космопоиск». Значит, «Космопоиск» — это несколько десятков групп исследовательских, общественных в России. И еще достаточно много в мире, всего порядка 200 групп в 36 странах мира. Значит, в том числе и в вашем замечательном городе есть группа «Дубна Космопоиск», которая, члены этой группы, время от времени принимают участие в наших общих экспедициях, какие-то исследования проводят самостоятельно, поэтому по вопросам участие в экспедициях, предупреждаю, все экспедиции, естественно, не коммерческие, то есть никто не платит за участие. Но если вы захотите участвовать в экспедициях или каким-то образом там, заочно, пожалуйста, обращайтесь к руководителю Дубна Космопоиск. Я вот не вижу ее, я надеюсь, если Светлана появится, то я ее вам представлю. Пока вот она куда-то отошла, видимо. Вот, вон она сейчас выйдет. Либо, опять же, присоединяйтесь лично. Есть у нас много экспедиций открытых. Вот сзади руководитель Дубна Космопоиск. Пожалуйста, знайте своих товарищей в лицо местных. Значит, либо приезжайте лично в экспедиции, мы регулярно публикуем приглашения для всех, в открытой экспедиции публикуем приглашения открыто в интернете. Либо сайты космопоиск.орг, либо космопоиск в контактах. Значит, можно зайти и там отслеживать
Значит, и, соответственно, решат для себя, вам интересна та или иная экспедиция. Если интересно, если вы можете, пожалуйста, так сказать, милости просим. Но помимо открытых есть, естественно, масса экспедиций не для всех. А вот для этого как раз вам желательно заранее познакомиться с местной группой, заранее приехать в какие-то открытые экспедиции, и тогда уже, что называется, разговор будет другой. То есть закрытые экспедиции — это те, куда мы не берем людей незнакомых, то есть тех, которых видим первый раз. Вот, правила опубликованы, участие, правила достаточно несложные. Открытые экспедиции, как правило, они и с физической точки зрения, в общем, имеют мало ограничений. То есть это есть, конечно, сложные экспедиции для людей тренированных и закаленных, но открытые, так сказать, разговор не об этом. Вот, есть участие, подразумевает, достаточно несложные правила, в том числе сухой закон. Значит, я думаю, что для большинства нормальных людей все наши правила абсолютно, как бы сказать, выполнимы и абсолютно просты. Значит, такое краткое предисловие, чтобы было понятно, что то, что, о чем я буду говорить, это сведения, которые, как бы, я взял не из воздуха, не из литературы, то есть не из интернета, ну, может быть, частично, разве что. Это сведения из первых рук. Это сведения, собранные мною и моими нашими коллегами со всего мира, в том числе и из группы «Дубна Космопоиск». Теперь, значит, о чем идет речь. Что такое НЛО? Думаю, что все знают, как переводится этот термин. Неопознанный летающий объект. И с одной стороны, определение достаточно простое, говорит о том, что то, что не опознано, то, что летит по небу, и то, что вы не знаете, как называется, по определению является НЛО. И, как правило, вот, люди, даже не зная, как этот термин выглядит, как правило, так сказать, именно так и понимают увиденное или снятое. Значит, видят, снимают достаточно часто, присылают нам регулярно видео, фото, записи. Ну и чем дальше, тем, чем более распространенные, чем более распространенными являются фотоаппараты и мобильные телефоны, теперь уже и с фотоаппаратами, и с видеокамерами. Вот распространенность этой аппаратуры становится настолько тотальной, что количество присылаемых нам изображений, в общем, растет год от года. В день присылают примерно от 30 до 100, иногда бывают случаи, там 100, 200 и более фотографий так называемых предполагаемых НЛО. Но вот теперь, так сказать, давайте определяться, что мы будем считать, а что не будем считать. То, что люди не могут понять, люди, непрофессиональные наблюдатели, не могут опознать объект, это не значит, что, так сказать, это по нашей епархии, что это объект мы также будем считать НЛО. И поэтому сначала мы, чтобы отделить зерна от плевел, сначала я покажу, что мы дальше не будем рассматривать как НЛО. Вот теперь вопрос к первым рядам. Здесь, наверное, плохо видно, да? К сожалению, мышки нет. Значит, большая часть... Садитесь, да, пожалуйста, ближе. Большая часть изображений, которые нам присылают, этих фотографий, видео, фотозаписи, большая часть этих изображений, к сожалению, для любителей фантастики, для начинающих уфологов, для интересующихся людей, подчеркиваю, начинающих. Для меня здесь, к сожалению, нет, потому что я, наверное, к этому уже привык.
Но для людей истово верящих в то, что инопланетяне под каждым кустом могут спрятаться, вот для этих людей бывает большим разочарованием, и я часто встречаю, так сказать, обиды на себя лично в интернете, и встречаю там очень такие убористые и очень аргументированные, в кавычках, объяснения, что я развенчиваю сообщения об НЛО вот исключительно там по заданию правительства, по заданию там кого-то, и моя цель вот развенчать это. Значит, на самом деле цель прямо противоположна, но чаще всего мне приходится именно опровергать эти сообщения, поскольку по, опять же, по моей и нашей статистике неподлинными, то есть объяснимыми, является до 99% всех сообщений. То есть 99 из 100 всех НЛО это легко объяснимые, легко или относительно легко объяснимые. Если сведений об объекте мы получаем мало, то есть вот буквально, ну, буквально там крохи, очень часто люди пишут об увиденном настолько коротко и настолько мало, что, ну, что я даже не знаю, стоит ли отвечать на вопросы типа такого. Вот скажите, я лет там 10 или 20 назад, однажды выходя из дома, видел летящий шар по небу. Скажите, что это было? И как бы сказать, когда объясняю, что вы знаете, нам нужны точные сведения, нам нужна дата, нам нужно место, где это происходило. Если вы вспомните время, нам нужно направление, куда летело, когда, как выглядит и так далее, и так далее, и так далее. Начинаются возмущения, как это так. Ну и я в качестве такого аналогии говорю, когда вы требуете от врача точного диагноза, если вас интересует диагноз вашего заболевания, вы же предоставляете врачу все нужные анализы. То есть вас не возмущает то, что врач вас, от вас требует пройти, сдать какие-то анализы, что врач заполняет там, очень скрупулезно ваше личное дело. Это считается, как бы сказать, его уделом профессионализм. Это его задача как профессионала. Поэтому, пожалуйста, не удивляйтесь, что для опознания цели тоже требуется ряд иногда очень скрупулезных, иногда, может быть, покажется нудных, но тем не менее анкетных данных. Без этого попытки объяснить, что человек видел, очень похоже на шарлатанство. То есть, когда люди, как сказать, сразу очень быстро ставят диагноз, вот вы видели НЛО, или вы видели корабль там Зетатол, или вы видели корабль Сириусян, или сейчас очень модная тема с криптидами или с ящероподобными инопланетянами. В общем, в интернете есть огромное количество субкультур, верящих в то или иное, в ту или иную версию. Кто-то считает, что прилетают созвездия сетки для того, чтобы помогать людям. Кто-то считает, что прилетают ящероподобные существа, которые просто жаждут там всех поработить и съесть. То есть каждый волен верить во все, что ему хочется, но на самом деле это, так сказать, вопрос веры, а фактов таких, в общем, на самом деле, кроме рассказов отдельных людей, этих людей, ну, обычно называют контактерами этих людей, на самом деле огромное количество, каждый из них думает, что он единственный и неповторимый, что только ему инопланетяне, другие цивилизации рассказывают какие-то жгучие тайны. Но вот по нашей статистике, значит, количество этих людей исчисляется десятками тысяч. То есть только переписанных по моим архивам порядка 8 тысяч. На самом деле их, конечно, гораздо больше, потому что далеко не всех мы знаем. Вот, но опять же возвращаемся к тому, что имеем в части доказанной документальной базы. То, что можно вот подержать в руках или показать. Значит, вот я показываю несколько снимков.
типовых. Часть снимков, фигурирующих в интернете, таких снимков очень много. Снимки каких-то огней, а иногда даже красивых кораблей, летящих по небу, объяснимы с точки зрения оптики. Это, ну, раньше это был 8 класс физики, сейчас, наверное, оптику проходит в 9 классе, точно не уверен. Но в любом случае это вполне объяснимые вещи, и, как бы сказать, то, что снимающий человек, к сожалению, этот раздел физики плохо запомнил, это не означает, что этот раздел не знаем мы. Значит, вот такие снимки с бликами, еще раз говорю, их очень много. Форма бликов бывает разнообразной. Иногда определить источник блика и, как бы сказать, происхождение бывает очень сложно. И это неиссякаемый источник, так сказать, какого-то абсолютного процента всех снимков, которые мы получаем. Вот среди свежих снимков с этими бликами, в том числе, значит, в интернете фигурирует, ну, может быть, если наберете по Яндексу, среди свежих снимков есть такие заголовки, типа «Инопланетяне посетили, или посещают, или контролируют Майдан в Киеве». Значит, вот есть снимки, на которых видно, ну, помимо Майдана, там, с баррикадами, с флагами с какими-то, значит, над Майданом висят какие-то такие вот корабли страшные. То, что они висят, и то, что так не скрывают себя, конечно, это все выглядит зловеще. Можно строить по этому поводу, и строят по этому поводу какие-то далеко идущие выводы. Вот. Но на самом деле, вот я публиковал часть из этих снимков, это блики. Там есть прожектора, естественно, светящие на Майдан. И эти прожектора, опять же, светят и в объектив тоже, и дают вот такую своеобразную засвет. Вот, кстати, пока я говорю, там НЛО летают, пакеты, поднятые ветром. Вот, что называется, это хорошо, что я вижу, что это пакеты, но если в умелом ракурсе снять и потом разместить в интернете, разобраться будет очень сложно. Вот, среди таковых бликов, в том числе, была нашумевшая история ноября 2009 года. Она до сих пор в интернете распространена очень сильно. Так называемая пирамида НЛО, огромная пирамида, зависшая над Кремлем. Видеозапись есть масса фотографий, есть масса там, самых подробных описаний, которые на самом деле, вот весь этот случай произошел изначально, толчок к этой сенсации случился из-за того, что два паренька, проезжая в автомобиле через большой каменный мост, то есть сначала по набережной, а потом они переезжали в сторону Кремля по каменному мосту напротив храма Василия Блаженного. Они снимали свое движение через достаточно простую камеру, у которой была треугольная диафрагма, вот такая вот. И эта диафрагма давала в результате такой достаточно сложный блик треугольной пирамидальной формы. И из-за того, что изображение это мало того, что возникало в дешевой видеокамере, то есть такую сейчас надо еще, так сказать, постараться найти. То есть не каждая видеокамера воспроизведет такую же пирамиду. Но я вас уверяю, если вы повторите все, так сказать, все условия этой съемки, у вас получится, если не пирамида, то по крайней мере там какой-то пятиугольник или шестиугольник, висящий над Кремлем, причем в том же самом месте. И этот некий вот такой сложный корабль, в кавычках, тоже, если вы будете снимать не с места, а будете снимать в движении, они именно так и делали, они это сделали не намеренно. То есть я убежден, это была не намеренная подделка, это мы знаем уже, так сказать, по косвенным и по прямым данным, потому что люди, снимавшие эти два молодых человека, испугались, по-моему, больше всех.
А испугались они из-за того, они разместили ролик в сети, но когда посыпались первые комментарии, они поняли, что их уберут как нежелательных свидетелей, потому что они раскрыли страшную зловещую тайну, что, оказывается, инопланетяне прилетают в Кремль, ну и, видимо, как бы сказать, мне тут бы надо замолчать, потому что я вторгаюсь в святая святых, видимо, то ли сотрудничают с нашим правительством, то ли контролируют его, то ли, так сказать, это есть одно и то же. Ну, то есть, короче говоря, раз это все скрывается от нас всех, то это означает, что очевидцам таким не жить. И они, когда вот увидели комментарии, сводящиеся к тому, что, о, ребята, все, вас уберут на днях, они тут же испугались, удалили ролик, но ролик уже начал своей жизнью жить, он уже, так сказать, размножился, копии разошлись, и в результате, в общем, через неделю примерно, то есть это время нужное для того, чтобы информация как бы разрослась в многочисленных копиях, разошлась, вот примерно через неделю пошли сенсационные видеосюжеты по телевизору. И дальше, по законам жанра, по законам любой сенсации, в одном телесюжете решили, что один ролик – это не солидно, потому что представить себе, что огромный НЛО висит в центре Москвы, то есть, соответственно, его видно в радиусе нескольких километров, он огромный, судя по размерам, и представить себе, что он виден только на одной видеозаписи, конечно, нереально. К слову сказать, мы провели достаточно скрупулезное расследование, то есть бросили клич в интернете, обращались через телевидение, через радио с просьбой для москвичей, которые были в этот день в центре, если они делали фотографии, даже если себя снимали, даже не обязательно на Красной площади. Где бы вы в центре не снимали, все равно этот огромный корабль мог попасть в кадр. Мы обращались, если хоть краешек там, если хоть что-то необычное попало, пожалуйста, присылайте. Мы обращались к милиции, мы обращались к многочисленным торговцам, охранникам, продавцам, коих на Красной площади и вокруг ее было огромное количество. То есть, сами понимаете, Красная площадь — это не самое безлюдное место вообще в нашей стране. И, наверное, не бывает ни минуты, чтобы на Красной площади не было, ну, как, да, даже после полуночи, чтобы не было там, ну, хотя бы нескольких десятков человек, туристов, которые обязательно приезжают туда с фотоаппаратами и видеокамерами. И представить себе, чтобы вот никто этого не заметил, конечно, нереально. Значит, к моему великому удивлению, я просто не знал про это, оказалось, что в Москве есть, ну, как минимум, такая небольшая прослойка любителей, которые фотографируют Красную площадь каждый день. То есть я просто не знал, что это кому-то важно, что это для кого-то, ну, это даже не хобби, это коллекционирование. И вот люди нашлись, которые прислали свои фотоархивы, за, там, за вчера, за сегодня, за позавчера и так далее, за практически каждый день они аккуратно это делают. Ну, подчеркиваю, я преклоняю, все, что делается профессионально, все, что делается с умом, даже с любовью, даже если мы не понимаем, зачем это люди делают, в конце концов, благодаря таким людям мы обнаружили, что в том числе благодаря таким людям, что мы теперь с гарантией можем сказать, ни в этот день, ни в соседние дни никто ничего не видел, то есть ни милиция, ни полиция, ни охранники, ни продавцы, ни туристы, никто ничего не видел. Никто, так сказать, изначально не запечатлел его, не запечатлелось это на дежурных камерах, а там дежурных камер вокруг Красной площади. На каждом магазине по 2-3 десятка дежурных камер. И где-то камеры попадают с видом на Красную площадь, естественно, и на небо там кусочки. Вспомните падение прошлого года, 2013-го, падение Челябинского метеорита. Сколько там видеокамер
следящих или видеорегистраторов случайно засняла это падение. И вот я думаю, что плотность этих видеокамер в центре Москвы, конечно, гораздо больше, чем в городе Челябинске. Но тем не менее, в конце концов, сделали вывод, что ничего, ни одной другой видеозаписи просто не существует. Тем не менее, в интернете вы можете найти еще как минимум одну видеозапись, треугольник над Кремлем. Но это уже подделка, сделана достаточно такая допотопная, простая, сделана для телепередачи одной известной, название которой, так сказать, я не буду лишний раз рекламировать. Сделали ее, я думаю, по вполне прагматичным соображениям, что вот все, что я вам рассказывал, все это логично. И поэтому показать одну видеозапись и сказать, что больше видеозаписей нет, вот это нелогично. Поэтому, показав вторую видеозапись, как бы сказать, они сделали эту новость уже убедительной. До этого момента, так сказать, до второй видеозаписи это звучало неубедительно. Вот с этого, вот эта история, как бы сказать, она раскручивалась, разрасталась в интернете и в СМИ очень долго. И сейчас до сих пор мне ее историю припоминают и просят прокомментировать. И когда я говорю, что это блик, я часто слышу, как бы сказать, возмущение такое заслуженное. Как это так? Тысячи людей видели, тысячи видеокамер это снимали с разных сторон. То есть уже такое вот представление об этом именно так. Особенно в этом уверены люди, проживающие очень далеко от Москвы. И говорят мне, все москвичи видели, а я вот один такой вот, видимо, так сказать, я главный по замалчиванию вот этой самой страшной тайны, заключающейся в том, что все москвичи знают, что там регулярно прилетают инопланетяне и, значит, проводят переговоры с нашим президентом. Вот, как бы сказать, такая история, вроде бы, подчеркиваю, вроде бы безобидная для меня, поскольку в конечном итоге я сказал, что история была объяснена обычными оптическими эффектами. Хотя, так сказать, правильно сказать, не обычными эффектами, а сочетанием, ну, как минимум трех разных факторов, среди которых главным был, конечно, эффект блика. То есть распространенный блик на вот этой достаточно простой видеокамере дал блик вот такой формы. Была бы диафрагма другая, было бы не движение там, а съемка с места, этот блик бы был другой формы и вел бы себя по-другому. Но, тем не менее, для людей, разбирающихся в оптике и в бликах, я считаю, это однозначно, так сказать, оптическое явление. Вот, но, тем не менее, так сказать, это хороший такой классический пример, как вполне рядовое, казалось бы, явление приводит к далеко идущим выводам. Я забыл сказать, вернее, я сказал, что это явление объяснимо не только бликом, но и сочетанием трех разных факторов. То есть, если бы мы удалили хотя бы один из трех факторов, то ничего бы подобного не получилось. То есть наличие простой дешевой камеры и движение, съемка в движении, это было всего одно условие. Второе условие, что в этот момент на Красной площади должна была быть легкая дымка. И конкретно эта дымка должна была быть в районе храма Василия Блаженного. Что называется, для меня это было, ну, я лично не обращал внимания на эту деталь, думаю, что на нее никто не обращал внимания. Но когда вот мы занялись расследованием, оказалось, что Красная площадь, она на самом деле представляет из себя достаточно вытянутую такую аэродинамическую трубу, которая вытянута с севера на юг. То есть она с одной стороны прикрыта длинным кремлевским забором, стеной, пардон, а с другой стороны длинной стеной ГУМа. А сама площадь, то есть открытое пространство, открытое для ветра, оно вытянуто с севера на юг. И в случае, если вы на Красной площади находитесь в холодное время года, когда доминируют северные ветра,
то, наверное, вы обращали внимание, как там бывает холодно, когда дует этот северный ветер. А это как раз холодное время только начиналось, то есть начало зимы. И в этом случае, вот в случае, если ветер дует с севера, то ветер на Красной площади разгоняется, то есть, как в трубе, и попадая в конец Красной площади, там, где она заканчивается, там, где стоит собор Василия Блаженного, там этот поток резко сужается, чтобы обойти храм справа и слева. И в этот момент, вот там, где поток воздуха резко сужается, скорость его возрастает, изменяются его характеристики, и создаются условия для возникновения легкой дымки. Эта дымка, она видна на фотоаппаратах, на видеозаписях, иногда даже глазами видна. Просто люди на нее не обращают внимания, она, как бы сказать, ну дымка и дымка, легкая такая. Вот. Но, что называется, осталось нам третью деталь вот в это сочетание включить. Дело в том, что там в начале зимы, начиная примерно вот с тех времен, примерно с 2008, с 2009, на Красной площади регулярно возводят на зиму каток, ледяной каток. И этот каток подсвечивают прожекторами. И когда каток возникает как раз в конце ноября, то есть его строят еще, иногда бывает еще плюсовая температура, но там есть свои холодильники. И этот каток, когда возводят, включают прожектора, и прожектора, отражаясь их под косыми углами, когда они светят на лед, лед, только что залитый, играет роль зеркала, он хорошо отражает свет. Фактически это зеркало, огромное зеркало, там 100-метровой величины, лежащее в самом центре нашей страны. И это зеркало отражает свет, свет, отражаясь под очень острым углом, идет дальше в сторону храма Василия Блаженного. Там он подсвечивает слегка дымку, и если навстречу едет автомобиль, внутри которого есть видеокамера, вот это как раз то, о чем я и сказал. Сложились три условия. То есть, если вы уберете прожектора, не получится. Если вы уберете дымку, тоже изображение будет несколько другим. Если вы возьмете другую видеокамеру, более дорогую, тоже все будет другое. В любом случае, повторить это можно, но повторить так, чтобы был идеально такой же звездолет в небе висел, нужно для этого повторить все три важных условия. Вот с этим кораблем, слава богу, разобрались. Я этот привел пример для того, чтобы, как бы сказать, что не все так просто, как кажется. Эти блики, это далеко не всегда такие простые изображения на стекле, на стеклах, на линзах объектива. Ну и, соответственно, на фотографиях. Они все переходят на фотографии. Следом, может быть, по важности, по частоте встречающихся фотографий, следует сообщение видео, фото, изображения так называемых пусковых эффектов или стартовых эффектов. Или там, их называют эффектом от стартующих ракет. Суть, в общем, не в названии, но суть в том, что иногда, когда происходят старты, ну, раньше ракет космических запускали больше, и эти эффекты встречались чаще, ну и сейчас, слава богу, в космос летают. Если запуск происходит, запуск в космос ракеты происходит в темное время суток, если он происходит в тот момент, когда на востоке уже занимается заря, на востоке нашей страны, то ракета, которая взлетает в космос на Байконуре или в Плесецке, она, поднимаясь на высоту нескольких сотен километров, она выходит из тени Земли, тень, которую отбрасывает Земля. И эта ракета попадает в область, где Солнце уже вышло из-за горизонта. То есть мы, люди, очевидцы,
находимся в темноте, и, как бы сказать, вокруг иногда бывают глаза выколи, и вдруг в небе возникает ярчайшее свечение, и это свечение принимает самые невероятные формы. Вот если вы приглядитесь, тут эти формы, если сказать, что они напоминают летающую тарелку, это не будет таким уж преувеличением, они действительно иногда похожи на летающие тарелки, иногда похожи на треугольники летящие, иногда на спирали, иногда на круги. В общем, вариаций бывает много. И я вам могу сказать, иногда а чаще всего по этим, по форме, специалист может определить, что за ракета летит, откуда она летит. Что это за ракета? Баллистическая, космическая, пилотируемая, аварийный это пуск или штатный, ну и так далее. Я специалист по аэрокосмическим летательным аппаратам, и вот иногда, когда присылают, вот, там вчера, по-моему, очередной такой читатель в интернете прислал, и в конце, так сказать, приписка: «Только не говорите мне, что это русская ракета». Вот, ну и вот такие вот письма приходится комментировать, вы знаете, вот вынужден вас огорчить, это не просто русская, российская, советская ракета, это она и есть, мало того, судя по картинке, это конкретно снимок сделан не в Мексике, то, что вы присылаете, его могли сделать только на севере нашей страны или в Скандинавии, это летит конкретная ракета такая-то, ну в общем, одним словом, они для специалистов они похожи, и они идентифицируемы. Но я прекрасно понимаю, что далеко не каждый обыватель вот, слышал об этом, далеко не каждый разбирается. И поэтому ничего удивительного, что регулярно мы получаем сообщения об этом, и эти сообщения идут лавиной. Просто, так сказать, обрывая все линии связи, они идут в те моменты, когда идут пуски. То есть, когда складываются условия нужные, как правило, это летом. Почему это условия? Потому что зимой пасмурно, и там где-то полетела ракета, она может быть и видна. И для людей, которые в это время летят ночью, зимой в самолете, то есть выше облачности, для них это встреча с инопланетным кораблем, то есть в шоке и ужасе все. Но большая часть населения, вот я иногда специально в интернете пишу, вот сегодня ночью ожидается пуск, будьте внимательны, то есть пойдут сообщения об НЛО. Иногда, что называется, как в воду глядел, то есть для обывателя, когда оказывается, что моя запись после этого... Вдруг после моей записи действительно целая лавина сообщений, я понимаю, как бы обыватель смотрит на меня как на мага и чародея и предсказателя, ну, потому что откуда я знал, что будет НЛО, а я, как бы сказать, знал это просто из планов запуска, не более того. А иногда бывает, что эти расчеты, то есть эти предупреждения, я предупреждаю, что будет появление запускового эффекта, который могут принять за НЛО, то есть не будьте бдительны, то есть не попадитесь на эту удочку. Иногда я предупреждаю и ни одного сообщения. Вот как правило это бывает зимой, именно только из-за пасмурной погоды. То есть запуск был, эффект был, но никто не видел, потому что, извините, за облаками, к сожалению, ничего не видно. Вот. Это, так сказать, один, это второй, очень распространенная вторая причина такой львиной доли сообщений. Вот это запуски, так сказать, немножко другой конфигурации. Да, еще очень много возмущений по поводу, когда я говорю, это запусковый эффект, это вот запустили с космодрома. И люди возмущенные пишут, так... Какие, что вы там отписки нам говорите? Какие у нас там на Урале космодромы? Или какие космодромы в Подмосковье? Я живу там в Кубинке или там в Сергиевом Посаде, и у нас закрытая зона, военные объекты, над нами летать нельзя. То есть, иными словами, ну, соответственно, я обманываю.
не может у нас летать ракеты. Вот. И этим людям очень сложно представить себе, что это явление видно за тысячу километров. Ну, если поднять ракету на несколько сотен километров вверх, то понятно, что иногда в Москве видно запусковые дефекты. То есть иногда отсюда видно запуски из Плесецка. Запуски из Байконура, как правило, отсюда не видны, потому что Байконур находится значительно восточнее, и ракеты космические, они уходят на восток, то есть в сторону от Москвы. И, как бы сказать, за горизонтом из-за кривизны Земли, поэтому отсюда, отсюда не видно. Но зато достается всем, кто находится за Уралье, то есть Сибирь, Омская, там Новосибирская, Иркутская область, просто в ужасе, что к нам десантировались инопланетяне, куда вы только смотрите, приезжайте немедленно к нам. Вот. Но если бы запускали с Байконура в сторону Запада, чего никогда не делают, то, соответственно, доставалось бы нам. Значит, иногда, в основном это в древние, в старые, в советские времена, иногда запуски с тех мест наблюдали и в Москве, но только в том случае, если бы это были баллистические пуски. Но это, как бы сказать, детали уже, может быть, не столь значительные. Значит, еще следующие, может быть, по частоте встречающихся случаев, следующие по количеству и по зрелищности, я считаю, что это очень красивые фотографии, и выглядят они, безусловно, красиво. Значит, это фотографии дискообразных облаков. Возникают они в основном там, где есть какие-то неровности рельефа, в горах, на холмах, возле холмистых или гористых участков. Ну, в этом плане в Москве, к сожалению, как бы для нас, потому что это зрелищное, безусловно, дело, к сожалению, мы здесь в Подмосковье практически лишены этого, так сказать, удовольствия. Вот крайний случай наблюдения нами, вот конкретно, в том числе и мной, и в том числе всеми участниками нашей экспедиции, вот такого дискообразных, даже не одного, а нескольких дискообразных облаков, которые так на полнеба затмили, это мы видели во время экспедиции как раз по поиску Челябинского метеорита. Это было в горах Уральских, и поэтому там это возможно, потому что это горы. Вот, но будете выезжать на море куда-нибудь, так сказать, там, на Черноморское побережье, в Крым или еще в какие мирные замечательные места, как бы сказать, там горы есть, и там вот оттуда приходят такие фотографии более-менее регулярно. Значит, дальше мы имеем еще, я могу увеличить, если, конечно, интересно это изображение. Если вы скажете, что не видите детали. Давайте я на стул поставлю. Хотя это не сильно поможет. Но тем не менее. Что, извините, по техническим проблемам мы не можем на большой экран вывести. Хоть немножко так лучше. Значит, ну вот ради интереса я могу, начиная с этого кадра, увеличить, чтобы получили представление, по крайней мере. Следующий очень распространенный эффект – это так называемые шнеки. Ну, это такое сленговое название. Вот когда на фотографиях люди замечают появление вот таких вот веретенообразных, продолговатых и других странных объектов, которые визуально не видят. Они действительно непонятны, в природе мы таких не встречаем. У них названия самые разнообразные. Шнеки – это распространенное название. В Японии их называют скайфишами. То есть буквально небесные рыбки. Есть люди, которые охотятся за этими скайфишами.
есть целые, так сказать, сообщества или люди убежденные, знающие, где вводятся эти скайфиши. Вот на этой поляне вводятся эти невидимые существа, а там вот не вводятся. Вот. В общем, фотографий таких огромное количество. Значит, объяснения у них, у большинства, по крайней мере. То есть я допускаю, что есть, безусловно, то, что мы еще не знаем, и то, что мы не идентифицируем, но подчеркиваю, я сейчас говорю о большей части, это на самом деле размытое изображение насекомых. То есть вот эти вот непонятные продолговатые спирали и шнеки, то есть шнеки, как у мясорубок, это на самом деле размытое изображение быстро летящей бабочки, мотылька, мухи и другого насекомого, за время срабатывания затвора фотокамеры успевает несколько раз взмахнуть крылышками. И вот поскольку мы снимаем не мгновенно, фотоаппарат, как правило, делает не мгновенную съемку, а съемка длится какую-то долю секунды, даже если эта доля очень маленькая, насекомые гораздо, так сказать, шустрее, чем ваш фотоаппарат, и за это время оно, насекомое, успевает несколько раз махнуть крылом. То есть оно не сидит, не ждет вас. В результате вы получаете не изображение знакомого вам мотылька, а этот мотылек размытый во времени, в пространстве и во времени. И, конечно же, такого мотылька мы не привыкли видеть. Он нас смущает, пугает. Мы не знаем, как его назвать. Мы не знаем, так сказать, опасно ли это НЛО, микро-НЛО. Потому что мы понимаем, что это маленький НЛО. Это мы понимаем, если на фоне травы, если на фоне листвы. А если вы снимете его на фоне неба, то люди пишут, это корабль размерами в несколько километров. Он летит на расстоянии десятков километров от Земли со скоростью 300 тысяч километров в час. Откуда вы знаете? А вот вы сами посудите. Но он же огромный. Если бы он летел, этот огромный корабль, если бы он летел низко над Землей, то, так сказать, его бы увидели все. А так как увидел его только я, то значит он высоко. Вот логика здесь совершенно, так сказать, иная. На самом деле он летел близко от вас. И летел, конечно, не со сверхзвуковой скоростью, а вполне с нормальной скоростью, с которой летают мотыльки. Вот. Ну вот, что называется, тем не менее, будете снимать, будьте внимательны, чтобы этих скайфишей... Ну, наловить это не страшно, этих скайфишей на фотоаппарат. Главное, чтобы вы и на них не обратили внимания. Ну и самое часто распространенное явление — это появление на фотоснимках шарообразных НЛО. Это так называемые обры или шонги, или их называют душами умерших, или там, плазмоидами. В общем, названий у них огромное количество. Вы очень часто вернетесь домой, в своих фотоархивах покопаетесь и найдете, так сказать, я убежден, если у вас достаточно много снимков, вы рано или поздно этот плазмоид или похожий плазмоид найдете с большой вероятностью. Значит, вы можете, если у вас вдруг не оказалось под руками, вы можете сделать эти плазмоиды сами. Значит, для этого необходимо, чтобы ваш фотоаппарат работал в режиме фотовспышки, чтобы он фотографировал со вспышкой. И необходимо, чтобы перед фотоаппаратом в расфокусе, то есть на расстоянии нескольких десятков сантиметров, находились либо пылинки, либо капельки воды. То есть если вы из пулеризатора, которым поливаете цветы, вот так вот просто нажмете на пулеризатор и распылите водяную воздушную смесь, пыхните и быстро щелкните фотоаппаратом, то у вас будет 100% гарантированно вот такие вот шарики. Либо другой вариант, если вы перед фотографированием встряхнете, займетесь уборкой квартиры,
и будете вытирать пыль, и тряпочку с пылью встряхнете. Ну, это, так сказать, в тряпочке с пылью будет много таких вот шариков. А если вам много не нужно, вы можете потрясти там стул или просто покрывало, лежащее на диване. То есть там будет пыли, но меньше, чем на тряпочке с пылью. В общем, чаще всего, то есть большая часть таких изображений имеет, к сожалению, прозаическое объяснение. Но, тем не менее, я сказал о типовых, о типичных случаях, о 99%. Тем не менее, не сочтите мои слова за категорическое утверждение, что вот невозможно заснять НЛО, и даже если у вас там какой-то шарик в кадре, это вовсе не значит, что я сразу, не глядя, говорю, что это вот этот случай. Все надо смотреть, так сказать, в частном порядке, потому что исключения бывают разные. Сочетание там разных факторов накладывается одно на другое. В общем, короче говоря, надо спокойно, без фанатизма, без криков и воплей смотреть в каждом конкретном случае. И, что называется, и всякое может быть. Ну, следующее достаточно распространенное, такое красивое зрелищное явление, это гало. Гало или радуги, или, в общем, это разные типы атмосферных явлений. Видят его, как, ну, не сказать, чтобы часто, в одном и том же городе, вот, неважно, это город Дубна или любой другой, за год можно увидеть несколько таких случаев. Вот, но, как правило, они бывают быстро протекающими, как правило, долго не длятся, нужно так, сочетание атмосферных явлений. Вот часто бывают зимой разнообразные гало, в морозы, то есть для возникновения этих атмосферных явлений нужно, чтобы воздушная пыль, водяные капельки окристаллизовались и вот в магнитном поле Земли, чтобы они заняли такое не хаотичное расположение, а чтобы они выстроились как солдаты вот, какими-то в определенном порядке. Если эти условия соблюдены, то, так сказать, это гало увидим. Если нет, ну, я же сказал, это явление все-таки не каждодневное, и именно поэтому объясняется тем, что для него нужны сочетания погодных условий, этим и объясняется, что оно появляется редко. Вот. Но тем не менее, регулярно оно смущает людей, и вот крайний эпизод был, может быть, кто-то по телевизору следил. В прошлом году один из наших телеканалов, не будем называть какой, проводил конкурс, назывался под названием «Миллион за НЛО». Предлагал, присылайте нам видео, фото, изображение НЛО, и, как бы сказать, самые убедительные, за самые убедительные мы дадим миллион. И вот, а меня попросили быть членом жюри, как раз ответственным человеком, который идентифицирует эти самые, как сказать, объекты. И если бы, так сказать, не взяли, то миллион получила бы женщина за изображение НЛО, летящее над Камчаткой. Она случайно, женщина, это там, возвращаясь, я не знаю, куда-то она ехала на машине, увидела какой-то световой объект, не поленилась, остановилась, на видеокамеру сняла грамотно. То есть она, как бы сказать, грамотно, я имею в виду, всегда прошу, снимайте, во-первых, не трясите рукой, потому что трясущееся изображение плохо смотрится. Если у вас нет треноги, вот как сейчас снимают треноги, обоприте на какую-то, на что-то твердое руку, положите на капот, в конце концов, видеокамеру. Это первое условие, то есть исключите тряску при съемке. И второе, если объект не исчезает там, за секунду,
И даже если он исчез за секунду, не останавливайте видеозапись, отведите трансфокатор назад, покажите горизонт, то есть расположение объекта относительно горизонта, чтобы можно было сравнить, чтобы можно было понять, насколько он огромный, насколько он, может быть, он маленький наоборот. То есть, когда по маленькому изображению, порой это понять невозможно. Вот что касалось этой женщины, она, мне кажется, сняла великолепно. Мало того, ну, с точки зрения операторской, наверное, и безукоризненно. И она едва не получила этот приз, 1 000 000 рублей. Если бы, так сказать, в последний момент я сказал, позвольте, ребята, она же снимает обычные гало. Ну, может быть, не совсем обычные, может быть, это там, более редкий вариант, но то, что это гало, это было 100%. И, как бы сказать, это, конечно, ваше право, руководство телеканала. Вы можете, как бы сказать, мое дело вас предупредить, что это вовсе не НЛО. Вы можете, конечно, дать приз за это, но, как бы сказать, грамотные люди будут просто смеяться. Ну, вот последний момент, к сожалению, для этой женщины, кстати, я понимаю, если она меня слышит, наверное, она комментирует мои слова не очень положительно. Вот, но вот такие, я этот эпизод рассказываю, потому что вот, бывает часто, что эти гало путают, смущают даже профессионал, даже, так сказать, людей искушенных, казалось бы, к слову сказать, это изображение там прошло. Ну вот сделайте побольше, один разочек. Давайте так, вернем. Вот, вот это вот изображение видно вам? Значит, я сейчас увеличу эти шонки, которые до этого рассказывал. Вот увеличиваю изображение гало. Вот, ну, увеличу, вы это уже, по-моему, видели, но тем не менее, значит, это так называемые шнеки или скайфиши. Это изображение дискообразных облаков. Сам огромное количество разнообразных видов. Это... Видите, не так, это вот там красный пока, там это... Верну фотографию. Цвета могут быть разные в зависимости от освещения. Там, днем, естественно, облака, ну вот как обычные облака, они могут быть днем белые, могут быть темные в зависимости от освещения. На закате, на восходе, подсвеченные красным солнцем, они бывают красными. Поэтому и эти облака, как частный случай облаков, они тоже вот, могут принимать такую форму и такой цвет. Поэтому на цвет, наверное, внимание... Оригинально для жителей Подмосковья, для тех, кто живет далеко от гор. Для людей, которые живут в горах, наверное, это явление более привычное, чем для нас, для равнинных жителей. Значит, это пусковые эффекты, они, понятное дело, бывают разными. Вот еще вариант пусковых эффектов, вот особенно вот сверху, видите, такой, почти летающая тарелка. И вот изображение бликов. Вот я сейчас центральный рисунок увеличиваю. И обратите внимание, там рядом с Кремлем, вот, слева от Кремля, как бы летит НЛО. А на самом деле это мнимое изображение образовано вот от этих прожекторов, которых вокруг Кремля там предостаточно. То есть то, что эти конкретно прожектора ответственные, это, как бы сказать, легко устанавливается. Но иногда бывает, вот это все-таки понять сложно, и надо в этом плане просто аккуратно проводить съемку. И вот я вроде бы, может быть, подробно, но на мой взгляд не очень подробно, коротко вам рассказал об основных ошибках, основных лже НЛО.
большая часть, подчеркиваю, большая часть всех изображений, которые мы получаем, они банальны. Еще я не сказал там о многих других типах, которые реже встречаются. Очень часто, относительно часто еще видят так называемые китайские фонарики. Сейчас их запускают там на свадьбах, на всяких корпоративах. А когда-то были времена, когда это было большой редкостью, и там одинокий летящий китайский фонарик просто приводил всех очевидцев в дикий ужас. И там первые видеозаписи там лет 5 или 10 назад, у нас есть видеозаписи, где люди просто орут, кричат, там, в панике, нас сейчас завоюют инопланетяне, ну что-то вот в этом духе. Ну, сейчас, конечно, эмоции, может быть, не столь, как бы сказать, красивы. Лет 15 назад, когда появились впервые рекламные прожектора, вот я не знаю, в Дубне это есть или нет, в Москве распространены, говорят, есть, да, верю. Но когда появились первые рекламные прожектора, вот, которые светили, подсвечивали низкие облака, тоже, так сказать, была волна сообщений. Когда появились первые спутники, первые самолеты, тоже, так сказать, это бросалось в глаза, и люди не могли понять, что летает. Поэтому периодически мы получаем новые порции новых типов НЛО, с которыми приходится разбираться со временем, или сразу, или постепенно мы с этим разбираемся, и, как бы сказать, эти новые НЛО переходят в разряд объясненных. Но, тем не менее, всегда есть новые типы, то есть нечто новинка. Почему? Потому что техника меняется, фотоаппараты меняются, и, соответственно, появляются новые возможности. Вот относить самые свежие типы НЛО, в кавычках, только это лже-НЛО, сейчас появилась, ну вот несколько лет назад появилась возможность отслеживать в онлайне, в прямом режиме времени, отслеживать вид из МКС, Международной космической станции. Там есть камеры, которые снимают 24 часа в сутки там, в одном направлении. Станция летит, съемка идет. Кому интересно, как бы заходите в интернет и смотрите. Хотите, записывайте, хотите, просто наблюдайте. Время от времени, сами понимаете, в эту видеокамеру ничего не видно. В смысле, ничего необычного нет. Там видна часть корпуса МКС, и там кусочек звездного неба, или если станция обращена в сторону Земли, то виден кусочек Земли. То есть все не видно. Вот. И станция летит, и медленно там меняется пейзаж. И вдруг, значит, мимо пролетает НЛО. И, значит, быстро кто-то нажимает на запись, на кнопку записи, этот кусочек вырезает и присылает, или там нарезку из этих кусочков нарезает. И вот эти вот кадры очень часто, так сказать, фигурируют в интернете. Значит, вот разобраться с ними бывает очень тяжело, но когда разбираемся, оказывается, то просто кусочки пыли, подсвеченные солнцем, то просто космический мусор какой-то пролетел, то вот был случай относительно недавно, наделал как бы массу шуму, значит, пришлось комментировать по телевизору. Слетел чехол с прибора на российском сегменте МКС. Его запустили там, уже там, десяток лет назад, этот кусок. 10 лет назад его завязали там, на шнурки, но вот ну, так случилось. За 10 лет поистрепалась ткань. И этот чехол разболтался и полетел своей жизнью лететь. А поскольку у человека свойство человеческого глаза таково, что все, что находится близко к человеческому глазу, из-за того, что у нас бинокулярное зрение, у нас два глаза, и когда мы смотрим на близко расположенный объект, мы глаза, так сказать, сужаем и можем легко глазами определить расстояние до объекта. То есть мы это делаем на основе жизненного опыта очень четко. Но все, что далее 4 метров, я вам открываю, но это не тайна, это как бы известная истина. Все, что находится дальше 4 метров, определить вот таким образом расстояние до объекта, человеческий глаз не в состоянии.
Соответственно, вот люди, которые сидят на первых рядах, видят меня и оценивают расстояние до меня вот, благодаря двум глазам. Опять же, если у человека два глаза, если он не закрыл один, или если, так сказать, он не одноглазый, он определяет это великолепно. Но для людей, которые сидят на последнем ряду, спрашивается, они могут определить расстояние до меня? Могут, только не благодаря уже этому свойству, а благодаря тому, что у них есть жизненный опыт, который говорит, подсказывает им, постоянно, так сказать, этот жизненный опыт, подсказывает, что люди знают примерно, какого размера тот или иной объект, вот в частности человек среднего размера, и в зависимости от того, какой величины они этот объект видят, как бы сказать, мозги им подсказывают, вот этот человек находится на расстоянии там 7 метров, а этот 70, а этот на расстоянии километра, примерно. Вот так оценивает расстояние человеческий мозг и делает это, так сказать, человек делает это не задумываясь. И как правило, там в 99% случаев, вот, когда люди пользуются этим свойством в быту, эта способность человека работает великолепно. Но эта способность дает сбой, как только человек видит что-то, чего он не знает размеров и чего он не может привязать к расстоянию. То есть, если сзади какого-то объекта нет фона, то есть, если объект не виден на фоне дерева, на фоне облаков, на фоне там, дома или еще чего-то, понять, он висит в небе там, на расстоянии 10 километров или может всего-то навсего на расстоянии 7 метров, понять это невозможно. Еще более сложно это понять, разобраться в космосе, когда маленькие микросоринки, подсвеченные солнцем, светятся настолько ярко, что как бы сказать, никому не понятно, никто не знает, это соринка как бы размером с булавочную иголку или это гигантский звездолет. Вот изначально, как бы сказать, мы, конечно, не должны сразу кричать, это соринка, это космический мусор. Но, к сожалению, мы понимаем, что когда мимо МКС пролетает целая флотилия таких кораблей, ну ладно, один НЛО там, в неделю, это, так сказать, еще можно как-то бы понять. Но когда это там за сутки пролетает сотни таких объектов, то с большой долей вероятности, я думаю, что 99% таких объектов это действительно соринки или космический мусор. Причем иногда очень маленьких микроскопических размеров. Вот, это подчеркиваю, это вот свежий, так сказать, тип НЛО, в кавычках НЛО в данном случае. Через некоторое время, может быть, появятся какие-то совсем новые, которые мы еще не знаем. Вот, поэтому мы морально готовы вот, к любым новшествам. И тем не менее, так сказать, давайте на этом поставим паузу и спросим. Ну вот когда мы аккуратно, без фанатизма, отсеяли из всего вороха сообщений, отсеяв, так сказать, мусор, что в результате остается? Вот это вот и есть то, ради чего нам стоит заниматься таким, так сказать, неблагодарным делом, выслушивая каждый день упреки раздосадованных фотографов. Они-то думали, так сказать, что сейчас им миллион за НЛО пришлют, так сказать, а я начинаю почему-то, так сказать, недовольным быть, что прислали не то, что я ждал. Вот что остается в результате в сухом остатке? Вот тот самый 1%, который мы объяснить не можем. Значит, оговорку сделаю сразу. Я стараюсь не потреблять слов инопланетяне. То есть то, что мы не поняли, то, что мы не познали, не можем понять, что это пролетает, это автоматически не означает синоним слова инопланетный корабль. То есть, пожалуйста, как бы сказать, учтите, что в моих словах, если не прозвучало этого слова, это, так сказать, не случайность. А не случайность это потому, что по определению мы действительно знать не можем. Да, я убежденный сторонник того, что Вселенная не безжизненна. Да, я абсолютно убежден, готов это доказывать, что внеземные цивилизации есть.
что наша Земля не единственная обитаемая планета. Каждый день открывают новые планеты, экзопланеты так называемые. Если раньше, вот я еще помню те времена, когда ученые спорили, а если иные планеты вне Солнечной системы, и оптимисты, тогда, так сказать, как и всегда были и оптимисты, и пессимисты. Пессимисты говорили, что других планет нет и быть не может, что наша Солнечная система это, так сказать, исключение из правил, что это редчайшее, так сказать, какое-то сочетание, и на других, вокруг других звезд планет быть не может. Вот в том числе они это, так сказать, утверждали, основываясь на том, почему мы не слышим в радиоэфире радиопереговоров внеземных цивилизаций. То есть людей, живущих на других континентах, мы слышим, а людей, жителей других планет не слышим. Скорее всего, и планет других нет. И оптимисты тогда, которых пессимисты ругали, говорили, ну, может быть, там хотя бы десяток планет все-таки существует. Вот сейчас оказалось, вот последние годы, что даже оптимисты оказались пессимистами. То есть планет более чем достаточно, в том числе планет, на которых, которые находятся в зоне, благоприятной для жизни. И, в общем, получается, чем больше мы узнаем об окружающей нам Вселенной, тем больше мы понимаем, что условий для жизни настолько предостаточны, что по теории вероятностей уже ситуация перевернулась. По теории вероятностей уже невероятным было бы отсутствие внеземной жизни. То есть представить себе, что в почти бескрайней, огромной вселенной, изобилующей просто вот благоприятными для жизни местами, больше нигде жизнь не зародилась, вот это как раз лженаучно. Вот, мало того, даже если бы были бы планеты и, как бы сказать, дальше кто-то задумался, а вот может ли жизнь возникнуть на этих планетах, теперь мы тоже знаем с уверенностью, даже если жизнь не зародилась на какой-то планете, то есть сама по себе, или там есть теории, что якобы там искусственно ее заселяют, все равно рано или поздно жизнь попадет на эту планету, точно так же, как рыбы появляются в прудах, то есть никто рыбу не запускает в пруды, она все равно там появляется, благодаря тому, что споры жизни, то есть икринки разносят птицы. Вот такими птицами, в кавычках, конечно, разносчиками жизни во Вселенной являются ледяные обломки, кометы, которые летают превосходно, как показала практика, внутри Солнечной системы, так сказать, они вообще, так сказать, изобилуют. За этими кометами мы охотимся, в кавычках, конечно, у нас на Земле. Вот вчера я очень долго рассказывал, как мы занимались экспедициями, сотни экспедиций, и по исследованию Тунгусского события, Витимского, Алтайского и так далее, через запятую. И везде мы встречали вот признаки того, что падают большие ледяные куски. Вместе с этими ледяными кусками получить порцию вот каких-то микробов, которые за миллионы лет разовьются в какую-то приличную форму жизни, вполне очевидное событие. То есть, короче говоря, да, я считаю, убежден, что на других планетах, ну, не, может быть, не на всех, но достаточно, на малом проценте, это уже значит, если предположить, что хотя бы 1% планет заселен, если предположить, что 1% от этого 1% это жизнь, это планеты, где жизнь не просто есть, но что эта жизнь достигла вот состояние разумной цивилизации, все равно этот 1% от 1%, то есть это 0,01% в рамках только одной нашей галактики, это миллионы цивилизаций. Значит, если скептик скажет, извините, цивилизации миллионы, и где же они, почему они не толпятся в очереди, почему они не стучатся в стену Красной площади, в стену Кремля с криками «давайте дружить, мы к вам прилетели, вам помочь» или там «завязать с вами отношения», почему вот та видеозапись с бликом, о которой я говорю,
не настоящее, а поддельное. То есть почему не предположить, почему они к нам не прилетают? Наверное, это вопрос совершенно из другой области. То есть и здесь в этом нет никакого парадокса. В том плане, что да, внеземные цивилизации во множественном числе есть, но и они могут нас найти, к слову сказать, нас несложно отыскать. Мы не такая уж, ну, в астрономических учебниках написано, мы там, наша Солнечная система на задворках галактики находится, ну, это действительно так. Ну, и как бы сказать, кажется, мы в такой глуши такой живем, что, в общем, нам далеко до столичных галактических районов. И только, так сказать, и надеяться, что в нашу глушь заглянет какой-нибудь там заезжий там, обыватель, конечно, сложно. На самом деле это не так. Ну, в смысле, мы, конечно, на задворках галактики, но найти нас очень просто, потому что уже больше века мы себя подсвечиваем в радиодиапазоне ярче, чем наше, мы светим ярче, чем Солнце, и нас видно так же прекрасно, как видно маяк световой, видно в ночи. То есть, если мимо проплывает корабль, он видит, где находится маяк, и всегда, так сказать, может задаться целью, спросить, а что там за маяк, кто там светит, кто там живет, а не сплавать ли нам туда посмотреть. Вот если представить, что мимо кто-то пролетает, мимо в радиусе 100 световых лет, это большое расстояние. Если кто-то пролетает и случайно, даже о нас не слышал и не читал там, в тамошних, так сказать, газетах, или средствах массовой информации, она... Не так раскалены? Даже... Нет, мы не раскалены. Я сказал, в радиодиапазоне. Я под слово подсвечиваю, я поясню, что это такое. Это значит, мы светим невидимым светом, вот не оптическом диапазоне, в котором светят наши лампочки. В оптическом диапазоне Земля видна очень слабо. Но зато в радиодиапазоне, это те же фотоны, только имеющие частоту, на этих частотах работают наши телеканалы, телерадиотрансляторы, наши многочисленные радиоустройства, ваши мобильные телефоны и через запятую огромный список радиоустройств, который, так сказать, фонит во все стороны. Ну, я, как бы сказать, не гарантирую, что мобильные телефоны ваши можно прослушивать в соседней галактике. Как бы сказать, это было бы слишком преувеличивать. Но то, что самые мощные радиоисточники, даже Останкинская телевышка, которая дает такую мощность, что легко можно смотреть радио и слушать радио и смотреть телепередачи на Луне, то есть без помех. Естественно, чем дальше от Земли, тем мощность падает, но тем не менее этой мощности достаточно, чтобы на расстоянии там, чтобы соседние звезды, это расстояние самое ближайшее 4 световых года, чтобы на соседних мирах могли, если не смотреть на наши телетрансляции, но, как бы сказать, знать, что мы светимся в радиодиапазоне, они точно могут. То есть, короче говоря, найти нас просто, и вопрос, почему нас не нашли до сих пор, и почему к нам не летают и с нами не дружат, вот парадокса, еще раз подчеркиваю, никакого в этом нет, потому что проблема не в том, чтобы найти, как вы поняли. Я думаю, что это не проблема. Проблема в том, чтобы найти разумную жизнь на Земле. Вот с разумной жизнью, к сожалению, у нас есть некоторые проблемы. Потому что, как бы сказать, если они включат и декодируют, то есть будут смотреть наши телеканалы, то есть даже не высаживаясь на нашу планету, им, я думаю, достаточно посмотреть всего несколько выпусков теленовостей, чтобы для себя решить вполне прагматичный вопрос. А стоит ли с этой цивилизацией дружить? А стоит ли с ней завязывать какие-то взаимоприемлемые дружеские
отношения. Значит, я думаю, то есть подчеркиваю, конечно, я такой же, как и вы, Homo sapiens. Конечно, мне бы хотелось, чтобы с нами дружили умные цивилизации. Может быть, чему-то хорошему бы нас научили. Но по опыту общения между разными уровнями цивилизаций, а такой опыт у нас есть. Я не имею в виду контакты с внеземными цивилизациями, хотя это тоже случалось в истории. Я имею в виду, когда контактировали более высокоразвитые народы, там, допустим, европейцы, с более низкоразвитыми. Ну, вопрос, кто развит сильнее, а кто меньше, это, так сказать, вопрос спорный. Но я сейчас больше говорю, наверное, о развитости оружия и вообще, так сказать, оружейных, скорее всего, технологий, потому что в таких контактах как бы это играло более ключевую роль, а не то, у кого лучше поэзия, у кого лучше философия, или просто, как бы сказать, кто красивее, мудрее и лучше рисует, и вообще, как бы сказать, кто добрее. Вот, к сожалению, в этих контактах на уровне нашей истории, как бы сказать, тем, кто менее был развит, ну, у кого были, извиняюсь, вместо оружия луки и стрелы, к сожалению, мы имеем самые негативные, так сказать, итоги таких контактов. То есть вымирали или уничтожали целые народы, или они просто деградировали. Поэтому не дай бог нам, как бы сказать, повстречать на своем пути воинственную цивилизацию, которая более высокоразвита, чем мы. И, как бы сказать, участь наша была бы в таком случае весьма незавидной. Ну, примерно такой же, как участь там, каких-нибудь индейцев. Вот. Но то, что нас до сих пор не колонизировали, то, что нас до сих пор не съели, не поработили, не, так сказать, не закатали в асфальт, это говорит только об одном. Извините, они просто более разумные, более гуманные. Они, конечно, к нам прилетают, но контактировать всерьез с нами дикими такими, я думаю, не в их, и главное, не в наших интересах, потому что, к сожалению, опять же, это опыт наш с вами, в смысле земной человеческий опыт заключается в том, что все наши знания практически без исключений. Я нахожусь в городе физиков-ядерщиков. Это, так сказать, передовая отрасль человеческой науки, которой мы заслуженно гордимся. Но опять же, мы по секрету знаем на нашем печальном опыте, что все наши знания, самые передовые, в том числе и знания о ядерной физике, в первую очередь человечество использовало... Ну, кто-то говорит более гуманное, я понимаю, сказывается советское воспитание, в целях обороны. Но поскольку я сейчас говорю, как бы не бросаю упрек конкретно вам или конкретно жителям этого замечательного города, или вообще советским труженикам тыла, как раньше говорили. А если я говорю в обобщенном виде о землянах, а именно так, так сказать, и представляют нас не как русских, там, украинцев и американцев отдельно, а именно как, ну, не хочу сказать жалких людишек, ну, как представителей вот, населяющих эту планету. Вот если говорить нас обобщенно, то, к сожалению, так сказать, вывод достаточно безапелляционный, что мы все свои знания, все лучшие знания используем не просто для создания оружия, а для уничтожения себе подобных и себе неподобных. То есть уничтожаем все, всех и вся. Исключений на сегодняшний день я не нашел. Я специально искал, я честно искал, хоть один биологический вид, который мы, люди, не уничтожали бы в промышленных масштабах. Если вы возмутитесь и скажете, что вы лично не убиваете кошек, не убиваете собак, и там, не убиваете обезьянок или дельфинов, которых мы все любим, ну, по крайней мере, надеюсь, все собравшиеся, я не буду спорить, но хочу, как бы сказать, напомнить, что где-то есть страны, где всех этих животных не просто убивают, а используют в пищу в промышленных масштабах. Убивают, есть страны, где и дельфинов убивают в промышленных масштабах, есть страны, где с обезьянами поступают так же.
Есть страны, где кушают, заготавливают, как мы заготавливаем курочек и свинок в промышленных масштабах. Есть страны, где то же самое делают собачками и кошечками. Ну, что называется, я уж не буду говорить о том, что, а кто сказал, что свинок и курочек заготавливать гуманнее, чем собак и кошек. В любом случае, я не нашел, к сожалению, ни одного биологического вида на Земле, ни одного известного науке животного, которого мы бы не убивали и которое бы сделали исключение. Вот всех убиваем, всех кушаем, а этого не едим. Если такие... Нет, мы можем не есть, но убивать. Ну, вариант, да, принимается. Ну, еще есть третий вариант, другой вариант, что мы не можем его убивать и не можем его есть, поскольку их уже не осталось. Поскольку их осталось всего там 3 штуки, и все 3 находятся в зоопарках. Правда, совсем недавно в Дании в зоопарках кокнули 2 жирафов. И я, как бы сказать, от такого утверждения, что в зоопарках мы не убиваем, уже я так утверждать не могу. Вот, поэтому исключений нет. И поэтому, если кто-то прилетает чужой к нам на землю, он вполне может задать нам, как бы сказать, каверзный вопрос. Слушайте, вы убиваете всех себе, на себя не похожих, и убиваете всех на себя похожих. То есть то, что люди убивают людей, как бы сказать, я вообще молчу. Скажите нам, а где гарантия, что, что мы вам дадим знания, вы из этих знаний не сделаете оружие, а вы гарантированно сделаете оружие. Где гарантия, что вы хотя бы нас-то не будете убивать? Ну ладно, вы друг друга убиваете. Это, так сказать, уже мы, как бы сказать, это ваше личное дело. Но где гарантия, что вы нас не будете убивать? Вот таких гарантий, к сожалению, никто дать не может. Поэтому, вот хотя бы подчеркиваю, я всего один разумный, логичный довод привел, после которого говорить о парадоксе, что почему это внеземные цивилизации есть, но к нам они не контактируют, после этого этот вопрос снимается, так сказать, всерьез и надолго. То есть парадокса никакого нет. И когда мне очень часто я слышу этот вопрос, а почему же, вот вы там утверждаете, что внеземные цивилизации есть, а почему же они к нам не прилетают? Вот извините, что я вам так долго объяснял почему, но я думаю, что я это объяснил. Значит, я вопрос ставлю по-другому. Назовите мне хоть одну причину, хоть один повод, по которой им стоит контактировать с нами официально. Разве что. Вот это единственное, наверное, что в ответ мы можем вот именно таким тоном, вот как вы сказали, потому что у меня не так же жалостливо, как у вас получилось, не получится. Наверное, вот хотелось бы, чтобы вы лично это произнесли, и может быть тогда они, может быть, они, так сказать, не зайдут. Но, как бы сказать, кроме этого, больше, так сказать, я не могу ничего возразить. Вот это, как бы сказать, это логика, как бы сказать, снимает все парадоксы. Но я обращаю внимание. Сейчас я так долго объяснял, ориентируясь всего на одну версию, что мы имеем дело, вот говоря о многочисленных НЛО, которые в сухом остатке остаются. То есть сейчас мы, в самом начале, мы отмели 99% всех НЛО, оставили 1%, но этот 1%, один единственный процент, значит, что это такое в результате? Я... Сейчас покажу. В результате этого, по нашим данным, в год накапливается порядка 200 случаев, только по России, порядка 200 случаев необъясненных, то есть то, что я даже, так сказать, со своим опытом, с наличием, так сказать, информации, я честно говорю, я это объяснить не могу, и, наверное, это то, что и надо назвать НЛО. То есть это в чистом виде неопознанное. Значит, но если вы скажете, что это вот
что это есть инопланетные корабли, то я, наверное, поосторожничаю и скажу, нет, есть разные версии происхождения этих самых НЛО. Инопланетная версия всего одна, и, но помимо нее есть еще 36 версий, то есть всего 37. Значит, есть версия, что это наши с вами потомки, то есть это наши внуки, правнуки, прилетают к нам на машинах времени, просто, так сказать, просто, может быть, поглазеть на нас, может быть, снять документальный фильм о жизни своих далеких предков в начале 21 века. Может быть, по каким-то другим причинам и целям. Но в любом случае, это вполне может быть и с технической точки зрения, с научной точки зрения. Здесь никакого запрета не существует. И рано или поздно это случится. А если это рано или поздно случится, это значит, что это уже есть для нас. Но, опять же, легко понять, почему в этом случае они с нами не контактируют. Я думаю, что вы и сами ответите на этот вопрос. Да потому что мы для них уже состоявшаяся история, и менять эту историю, как бы сказать, не в их интересах. И как бы мы вот таким замечательным голосом не просили нам помочь, помогите нам, так сказать, разобраться с нашими проблемами, все-таки это наши проблемы прежде всего, а не их проблемы. И решать их должны решать мы сами. Вот. Помимо этого, я назвал только две версии. Есть менее, так сказать, известные гипотезы и версии. Их, вот, кроме этих двух, еще 34. И поэтому наличие такого количества говорит о том, что все-таки правильнее с научной точки зрения, не сумев объяснить, что такое НЛО пролетело или село, я должен следить за своим языком и говорить, это не инопланетяне, то есть я не знаю, это инопланетяне или иновремяне, или еще кто-то. Я должен употреблять нейтральное слово пришельцы. То есть некто или нечто, прилетающий, так сказать, извне. Вот откуда, как бы не конкретизируя. Ну а как вы считаете, вот в Америке-то показывают все именно пришельцев? Аж даже... Зачем в Америке? Включаете наши телеканалы. Нет, вам покажут не меньше, нет, если не больше. Но имеется в виду, что это действительно люди или монтажи. Я значит, давайте так. В общем, вы поняли ситуацию. 90% или 99% это, мягко выражаясь, объясненные вещи. Я же не буду перечислять. Вот там фейки, подделки, утки, там синонимов много. 1% да, это есть, это существует, это должно существовать. Но конкретно я могу ответить только на конкретный вопрос. Вот, так сказать, вот этот эпизод, он, так сказать, объясните, я вам назову. Абстрактно отвечать не могу. Вот, я сейчас бегло покажу вам процент этих самых подлинных НЛО. Подлинных, слово, я прошу, так сказать, еще раз оговорку сделать. Подлинных — это тех, которые мы объяснить не сумели. Вот даже на таком не очень качественном изображении, я думаю, вы общее представление получите. Я свел все необъясненные мною и нашими и моими коллегами случаи, я свел в хронологические таблицы. Вот в данном случае сейчас объясню, что это такое. Это таблица, где я расположил построчно года разные. Значит, это таблица за 1851-1860 год. То есть верхняя строчка — это события за 1851 год, ниже — за 1852 год и так далее. 10 строчек, то есть это десятилетия. По горизонтали — года, по вертикали — это месяцы. Январь, февраль и так далее, декабрь, январь слева, декабрь справа. Декабрь заканчивается, начинается нижняя строка снова с января, только следующего года. Я специально вам показываю таблицу, начиная как бы издалека, с середины 19 века. Я мог бы, так сказать, начать еще раньше, на самом деле,
Ну, просто таблицы будут вот такими жиденькими. Там, ну, вот в данном случае вам видно хорошо. Всего два случая, которые я затрудняюсь ответить. Опять же, вы уже поняли, я не говорю, что это инопланетяне. Это то, что нам интересно, то, что объяснить не можем. Но всего два. Наверное, их было больше, как вы догадываетесь. Просто далеко не обо всех мы знаем, далеко не обо всех мы до нас нашли сообщения, или эти сообщения недостаточно подробны. Вот. Ну и тем более, я уж как бы такую оговорку не буду делать, фотографий, ну, чем дальше вглубь веков, чем более древний случай, тем фотографий все меньше. Значит, это десятилетие 1851-1860. Следующее десятилетие, я буду вот с этого момента стартую и иду в наше время. И вы, как бы сказать, будете, так сказать, оценивать. Сразу говорю, здесь качество хорошее, то есть я могу любой случай растянуть и рассмотреть более конкретно. Но мы сэкономим немножко время и бегло пойдем. 1860-е годы, десятилетия, 1870-е, 1880-е, 1890-е, 1900-е. Вот сейчас я специально увеличу. Вот эта строка, это строка 1908 года. Вот здесь вот в июне, в середине года, взорвался Тунгусский метеорит. Но до этого, начиная с весны и заканчивая августом, относительно большое количество сообщений об НЛО. Ну, так сказать, о Тунгусском метеорите разговор шел вчера, но на эту таблицу я не показывал. Это, так сказать, для тех, кто слушал вчера. Идем дальше. 1910-е годы. К слову сказать, а вот это вот несколько случаев подряд вы спросите, а это что такое? А это Первая мировая война. То есть количество сообщений росло в это время. Правда, ну, все еще мало. Но мы идем дальше быстренько. 1920-е годы. 1930-е годы. 1940-е годы. Значит, ну, это годы войны. Спросите, а вот это вот явно, так сказать, уже начинает выделяться, вот эта строка. Я думаю, знатоки истории уфологии, то есть те, кто читает, интересуется уфологией, сейчас сообразят, какой это год. Это 1947. Значит, год, с которого американская историкография начинает отчет уфологии. И, к сожалению, многие не очень, так сказать, продвинутые писатели, журналисты и уфологи, не зная, как бы сказать, истинной истории, тоже так повторяют, как попугай за американцами, что НЛО появились. Первые НЛО появились 1947 года. Вот эта фраза я встречаю часто в репортажах или в статьях. Как только вы это встретите, вы знаете, что, извините, человек просто не в курсе. Я вам показывал середины 19 века, но я точно так же мог бы начать с 18-го, 17-го века, до нашей эры. То есть НЛО было всегда. Просто количество сообщений, дошедших до нас, естественно, меньше. А что произошло в 47-м году? А всплеск просто интереса к этому. Но мы на 40-х не останавливаемся. 1950-е, 1960-е, ну, я ради интереса приближу, как бы сказать, чтобы вы видите, тут под каждым случаем подписано, когда и где это было. То есть, подчеркиваю, это каждый случай уникален, и тем не менее, каждый случай достоин, может быть, своего собственного рассказа. Но, сами понимаете, нам невозможно обо всех рассказать. Я только об одном Тунгуске упомянул. 1970-е, это уже совсем близко, как бы это на памяти многих из присутствующих. Вы обратите внимание, вот издалека вот эта полоса выделяется. Да, это
1977-1978 год, это вот всплеск наблюдений НЛО был в те годы, да, действительно. 1980-е годы, опять же, вы видите всплеск наблюдений. А так и было, количество сообщений с 1989 года резко пошло, так сказать, вверх. Но мы прожили эти года, проживем дальше. 1990-е годы, а видите, с 89 по 91 год, ну, может быть, частично с захватом 92 года, действительно этот всплеск держался, а потом он пошел на спад. Ну и, как бы, ну, конечно, много по сравнению там с довоенными годами, но по сравнению с пиком уже меньше. Но, как бы сказать, подождите, это был 90-е годы, это 2000-е годы, то есть 2001 по 2010, это, ну, вот совсем, так сказать, недавно прошло. Опять же, если я приближу, вы видите и без моих комментариев, что забито очень плотно каждая строка, ну, нижние строки, по крайней мере, забиты. И здесь, конечно, можно делать выводы разные. Но, пожалуйста, знайте, что львиную долю вот, влияния вот на это количество, конечно, дает не то, что количество НЛО повышается. Я в самом начале сказал, повышается количество фотоаппаратов на душу населения. Сейчас уже, пардон, фотоаппараты на мобильниках даже у бабушек у многих есть. Поэтому не удивляйтесь, что, как бы сказать, наша статистика. Ну, это десятилетие, которое закончилось 3 года назад. Нет, а это не отбракованные? Вы это не... нет, я такую оговорку сделал. Это уже то, что сухой остаток. Значит, каждый год, я сказал, у нас остается... Это даже меньше, чем у нас остается в сухом остатке. Потому что в тех строках, которые плотно заставлены, вот я... приближу их, эти строки. Если вы обратите внимание, вот уже ширина этих фотографий, я их ужимаю, урезаю, чтобы забить все строчки, потому что с подлинных сообщений уже больше, чем может вместиться в одну строку. Опять же, в этих строчках я жертвую теми сообщениями, у которых нет фотографий. Не все, как бы сказать, имеют таковые. Так что количество сообщений растет и очень сильно. А вот в 2013 году, когда метеорит упал. Так мы же сейчас перелистнем и перейдем в это десятилетие. Мы просто немножко поторопились. Вот оно десятилетие, которое идет сейчас. И понятное дело, как бы заканчивается оно на 2014 году. Вот где мы находимся. То есть в 2014 уже были подлинные сообщения, и, в общем, ничего удивительного. Если вы, опять же, обратите внимание, хорошо, все графы, все строчки заполнены плотно, и, как бы сказать, поток сообщений, он не прерывается. То есть, иными словами, какого-то недостатка в сообщениях нет. Вот эти самые таблицы, я их ужал до того, чтобы уже качество потерялось, но я их одной лентой расположил. Вот уже по 50 лет столбцы. Вот столбец, это вторая половина 19 века, это первая половина 20 века, это вторая половина 20 века, а это наш 21 век, ну, в которых мы успели прожить только 13 с небольшим лет. 13 лет и, ну вот, третий месяц идет. Вот, и даже на таком качестве видно, как бы сказать, как эта плотность увеличивается. Но, еще раз говорю, увеличивается плотность информации, но не количество сообщений. Вот одной лентой я это сделал. На этой таблице я показываю, как изменялось количество сообщений об НЛО в разные годы. Здесь разными цветами я обозначил разные источники получения информации.
Ну, как бы сказать, сейчас не буду в них вот эти тонкости углубляться, но я это показываю больше с одной целью, чтобы вы понимали, что есть как пики, так и, как бы сказать, спады. И, пожалуйста, я очень часто слышу по телевизору такие вот комментарии дикторов, которые говорят: как известно, с каждым годом количество сообщений, количество появлений НЛО растет. Это говорит о том, что скоро будет конец света. Или там еще что-то. Вот, ну, извините, как бы сказать, оно растет, потом снижается, растет, снижается. Как бы не факт, что... Вот, ну, тут разная обработка количества информации. Я не буду сейчас, может быть, в тонкости, которые интересны, может быть, не всем, вдаваться. Если... как бы интересно будет, я, может, и расскажу, но кривая вот обработанная, вот такая, вот разные стадии обработки, вот мы сейчас находимся вот здесь вот. То есть это не самое пиковое, не самое пиковое количество, вот оно, окончание этой кривой. Видите, она уже не раз шло как вверх, так и вниз. И вовсе, так сказать, не делайте как бы многозначительных выводов на эту тему. Но это разные способы обработки для того, чтобы вытащить из этой информации разные, как бы сказать, полезные нам доводы. И забегая вперед, могу сказать, вот из обработки этой информации, в частности, что хорошего мы знаем. А мы знаем, пытаемся точнее узнать, где и когда они появятся в следующий раз. То есть вот грядущее, ближайшее время, это пиковое время или нет? А если пиковое, то оно где будет? То есть где будет ожидаться активности НЛО? Вот в качестве, вот к слову сказать, это кривая статистика нашей Уфа-сети. Уфа-сети — это программа, которая существует в Космопоиске. Это открытая программа, она есть в интернете. Любой желающий, столкнувшийся с НЛО, вот, может срочно поместить туда сообщение о том, что мы наблюдаем, что я вот сейчас наблюдаю НЛО над Дубной. Если вы помещаете это объявление там или там в других местах, то у нас есть шанс оперативно отслеживать этот объект, сопровождать его, узнать, куда он полетел от Дубны, в какую сторону, передать эту информацию вот той группе, а групп Космопоиска много, поместить это объявление в интернет, в онлайн. И иногда бывает, у нас было достаточно много случаев, когда и в интернете мы там держали людей в напряжении, писали: вот, согласно данным, он сейчас, он НЛО, сейчас завис там над Ладогой. Вот сейчас он развернулся, летит в таком-то направлении. Внимание, кто живет там в таких-то городах, выйдите на улицу, посмотрите в окна. Вот, то есть, короче говоря, люди, увлеченные этим, выходят, смотрят, наблюдают, присылают видеозаписи. Иногда нам удается отследить эти объекты. Иногда вот передаем от одного города к другому. И потом, где этот, отследив его, где он сел, где он там приземлился, мы туда выезжаем и пытаемся это исследовать. Вот. Ну, иногда теряем, иногда, так сказать, находим. Это нормальная охота, это нормальное исследование, где не всегда как бы все получается. Но у нас, мы растем, опыт набираемся, и рано или поздно, как бы, я надеюсь, научимся мы приезжать на место не после появления НЛО, а до его появления. Во всяком случае, что касается там, некоторых других аспектов нашей деятельности, например, что касается кругов на полях, мы научились вот за последние десятилетия приезжать на круги на полях, никогда не образуются, не после того, как они образуются, а до того, как они образуются. Вот, и это само по себе, так сказать, очень увлекательное занятие, очень захватывает всех, кто участвует в этом. И, к слову сказать, я лишний раз, не лишний раз, приглашаю добровольцев. Вот такое наблюдение, такие попытки исследований будут в очередной раз в июне месяце. У нас лагерь находится в районе Новокубанска. И люди съезжаются со всей страны, из-за рубежа приезжают. Где тут у вас? Я приехал, давайте быстренько круги, вот когда они образуются. Мы говорим, так, по нашему плану они образуются этой ночью,
мы знаем минуту, вот конкретно она, эта минута привязана к астрономической полночи, конкретно в районе Новокубанска, это 1:24 ночи, но чуть-чуть восточнее или чуть-чуть западнее это время меняется, и, но в любом случае это примерно между 1 и 2 часами ночи, бывает всегда. И, ну, в общем, короче говоря, это отдельная тема. Конечно, это может быть связано с НЛО, но, что называется, все-таки это другое. Вот, и завершая, как бы сказать, экскурс, краткий экскурс по теме НЛО, да, я тут дальше не буду распространяться подробнее, естественно, я тут вам, вас отсылаю к своим книгам, коих было немало, вот, в том числе максимально объективные книжки на этот счет, есть энциклопедия уфологии, есть энциклопедия аномальных явлений, есть энциклопедия архивов НЛО, она дважды уже издавалась. Ну вот, в этой замечательной библиотеке есть теперь 2 энциклопедии. Тут не хватает еще, это недокомплект. Энциклопедия аномальных мест, ну, называется энциклопедия загадочных мест Земли, России. В общем, отсылаю вас за подробностями уже вот к этим книгам. Они выложены в том числе в интернет бесплатно, пожалуйста. Ну или в экспедиции Космопоиска. Значит, и в качестве такого постскриптум я покажу вам коротко, а что в результате, вы меня спросите, что в результате остается, когда мы наконец вот выложили подлинные НЛО. Сейчас вы видели, как я их выложил по хронологии. А что если, я очень часто, так сказать, получаю письма от молодых людей, они подбрасывают свежую идею. Ну, свежую, им кажется, что свежую, мы это, так сказать, уже сделали. А что если расположить на картах, на карте Земли вот эти самые подлинные НЛО? Я могу сказать, что будет, если вы расположите на карте все НЛО, все сообщения, которые поступают вообще, так сказать, в СМИ, в интернет-пространство. И такие карты существуют, их выкладывают в интернет, в газетах. Могу сказать, ничего хорошего из этих карт вы не узнаете. Они фактически являются калькой или копией карты плотности населения Земли. То есть объяснение простое. Чем больше людей живет в каком-то городе, тем больше оттуда пишут и сообщают. Мало живет, меньше пишут. Много живет, больше пишут. И поэтому, если все НЛО, ну точнее все вот эти вот неподлинные блики, фейки, там облака, насекомых и прочее, вот этот вот шум информационный, который сыпется, если вы это располагаете на карте, у вас получается карта плотности Земли. Правда, люди, которые, так сказать, об этом не догадываются, пытаются, так сказать, с этими картами все еще работать. Но что если из этой карты, вот куда мы все свалили, что если мы из нее уберем 99%? Вот 1% останется. И вот я вам сейчас покажу короткий 2-минутный ролик в завершение, что в результате остается. Но, значит, объясняю, что на самом деле эта картинка, которая останется в сухом остатке, она не стационарна, она меняется год от года, и не существует мест, где НЛО, как очень часто пишут, появляются каждый день, каждый день. Да, такие места есть, но, как бы сказать, но эти появления бывают периодами. То есть бывает там, несколько дней или несколько ночей или несколько недель появляются регулярно. Но нет таких мест, где бы они появлялись 365 дней в году. Такого я просто не знаю, хотя очень хотел бы знать. Вот, они меняются, то есть в какой-то период в одном месте, в какой-то период в другом месте. И вот когда смотришь на карту целой планеты, то ситуация бывает очень интересной. Но я вам предисловие сказал, а теперь, что называется, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Давайте все-таки посмотрим. Значит, я вам сказал, предупредил,
Сейчас двухминутный ролик это мультипликация, достаточно, как бы сказать, может быть, менее зрелищная, чем Дисней, но, на мой взгляд, более информативная. Поскольку сейчас вы увидите всю историю человеческих наблюдений НЛО, подлинных НЛО, историю я начинаю с 6-го тысячелетия до нашей эры. То есть фотографии я вам показал, начиная с середины 19 века, пощадил просто ваше время. А, ну и свое тоже, конечно. А вот в коротком ролике, таком в ускоренном режиме, мы можем себе позволить посмотреть последние 6 тысяч лет. Вот, поэтому запаситесь терпением, как бы, тысячелетия пролетят незаметно. Ну? Не хочет. Ну, не обращайте внимания на музыку. Если она вам что-то напоминает, это не более чем случайное совпадение. Значит, вам видно, это карта Земли, она меняться не будет. Давайте я паузу сделаю и объясню, что находится где. Извиняюсь, пауза маленькая, потом снова play нажму. Значит, вам видно хорошо карту Земли? Да. Не отсвечивает? Значит, карта изменяться не будет, поэтому картинка сильно не меняется. Значит, в нижнем левом углу будет меняться дата. Значит, здесь на карте будет откладываться каждый раз период, за который, так сказать, вам показывают места активности НЛО на Земле. Ну, поскольку я начал с очень древних времен, там мало информации достоверной, дошедшей до нас, поэтому сначала мы идем с шагом в век, то есть за целые века информацию. Вот в данном случае я сделал паузу на рубеже 10 века. Значит, вот здесь будет меняться сначала век, а потом, когда информации станет больше, уже в 20 веке, информация начнет меняться каждое десятилетие, то есть каждые 10 лет. Здесь будет меняться год, я, может быть, для тех, кто не видит, буду год называть, вернее, десятилетие буду называть. Но вы здесь увидите красные символы, они, эти символы имеют разные размеры и разную форму. Ну, каждая форма что-то свое обозначает, я не буду в эти детали вникать. Но в любом случае это разные типы НЛО. Размер этих НЛО будет говорить скорее о значимости этого случая, то есть более значимый, больше очевидцев и так далее, так сказать. Естественно, будет иметь размер больше. Когда вот этих красных символов становится очень много, постепенно их станет много, то чтобы не делать одно сплошное красное пятно, я делал пятно желтого цвета. То есть пятно, если вы увидите пятно желтого цвета, это будет говорить, что в этом районе, в этом десятилетии, количество НЛО настолько много, что у меня уже нет возможности их все расположить. Значит, ну, естественно, как я уже сказал, ближе к нашему времени количество будет расти, и вы начнете увидеть закономерность. И вот когда вы увидите закономерность, что эти НЛО, оказывается, подлинные НЛО, вовсе не появляются, вовсе не повторяет эта карта плотность населения Земли, то есть это говорит о том, что это действительно то, что мы ищем, а не то, что мы, так сказать, принимаем желаемое за действительное. Это первое. И второе, что мы увидим, что в появлении НЛО существует какая-то система, которую мы до этого не знали и на которую впервые обратили внимание при обработке этой информации. И эта система говорит о том, я имею в виду системность этих появлений,
что посещение Земли с какими целями, я не знаю, ну явно не с военными только, происходят по каким-то законам, по каким-то запретам, может быть, регламентациям. Ну, в этом, я считаю, нет ничего удивительного, потому что хаоса, наверное, в разумном мире не должно быть. И только для дурака самолеты летают где попало и как попало. Машины ездят, только дураки, так сказать, ездят не по правилам. А все цивилизованные, разумные существа ездят по определенным правилам, в определенное время, по определенным траекториям. Как бы если вы с этим, как бы сказать, согласны, то для вас ничего удивительного не будет. Если кто-то до сих пор думал, что НЛО появляется случайно и все это, так сказать, чепуха, вот этот человек действительно, по-моему, сильно удивится. Ну, теперь, так сказать, запаситесь терпением и 2 минуты. XI век. Пока сообщений мало, ну, дошедших до нас. 12-й. 13-й. 14-й. 15-й. Укрупненько. 16-й. 17-й. 18-й. 19-й. 1-е десятилетие 20 века, сейчас шаг будет в 10 лет, потому что плотность возрастает. 10-е годы 20 века, 20-е годы, 1930-е, 40-е, 50-е. 60-е. Видите, появились эти системы. 70-е. Вот как идет полосы. 80-е. 90-е. 2000-е. Ну, здесь, к сожалению, на последнее десятилетие только началось, поэтому эта система еще не проявилась. Но когда закончится десятилетие, я вас уверяю, тут будет утыкано символами не меньше, чем, а скорее всего больше, чем предыдущие годы. То есть, короче говоря, вот на этой оптимистической ноте, как бы позвольте закончить, а вот осталось ли время и будет ли время для вопросов, это вопрос не ко мне, а, наверное, к организаторам. Вот как у нас со временем? Вопросы у кого есть, у нас нет. А вот конкретный вопрос. Давайте. Подубнее. Да. Лет 10 назад висел шар над нашим городом. Это вот я лично его наблюдал с 11 часов дня до 17 часов вечера. Это был выходной день. На Дубново висел шар, летали самолеты, облака небольшие, то есть можно было определить размеры и все прочее. И вот он висел на одном месте, не трогаясь с места вообще. И потом на следующий день объявили, в Москве видели его, там где-то в каких-то районах и все прочее. Сначала сразу объявили, что это из Риги, там, ну, из Прибалтики, шары какие-то и все прочее. Зон, но на одном месте стоять, и дует и ветер, и все прочее. Высоту легко было определить, самолеты летали выше 10 тысяч метров. Ну, я вот осторожно не соглашусь, что легко было определить. Ну, относительно. Но вот такие вот простые случаи никто не объясняет. В принципе, прошло явление и все. А хотя уж массовое, куда массовое. Я не могу вам конкретно ответить, поскольку дата не конкретная. Вы говорите, лет 10 назад. Но, но я припоминаю, из нашумевших случаев действительно помню эпизод, когда... К
когда вот был всплеск наблюдений, вот очень похоже. Может быть, мы сейчас говорим об одном и том же. И на следующие дни там пресса, так сказать, объясняла, что ничего, так сказать, сложного не произошло. И это был метеобаллон, якобы. Значит, ну, как вы догадываетесь, наверное, большую часть лекции я посвятил не тому, что рассказывал вам, убеждал вам, что НЛО существует, а скорее разоблачению, как бы, слухов. Поэтому, если я поддержал бы эту тему и сказал, что это метеобаллон, то, наверное, это было бы неудивительно. Но в данном случае вы, ваши сомнения правдивы, потому что с метеобаллоном объяснить было невозможно, потому что это наблюдение началось в районе Волгоградской области. Объект смещался в сторону северо-запада, то есть он, соответственно, был виден на севере Московской области, да, у нас в районе, ну и в вашем, соответственно, районе. И дальше он улетел, мы его потеряли в районе Латвии. У нас хорошая активная группа «Латвия Космопоиск», и поэтому оттуда тоже было, так сказать, не меньше сообщений, чем из России. Но, к сожалению, перейдя границу Латвии, уйдя сначала в Балтику, потом уйдя в, там, дальше Швеция, Норвегия, там у нас с членами «Космопоиска», ну, явно, так сказать, дефицит, и поэтому дальше мы информации не имели, ну и условно мы его потеряли вот там. Вот, но это не значит, что он в смысле, исчез. Мы просто не знаем. Но, зная его размеры, мы вычислили, и скорость движения вот в этом направлении, я могу сказать, ни о каком движении по ветру метеобаллона не может быть и речи. Но что это такое, естественно, я не знаю. К сожалению, еще раз говорю, вот случаи, когда мы теряем, отслеживая НЛО, а в данном случае примерно 1002 километров удалось отследить, это много, даже для нас, но, к сожалению, когда этот конец траектории уходит в море, для нас это так же обидно, наверное, как для рыбака упустить рыбку с крючка. Потому что если бы он закончился где-то на территории нам доступной, мы бы туда поехали. А так, так сказать, я вынужден констатировать и разводить руками и говорить, это тот случай, когда многочисленные десятки случаев наблюдений НЛО разрознены. Мы хоть и соединили их вместе и, так сказать, поняли, что речь идет об одном и том же, но мы записываем этот случай в разряд необъясненных. То есть то, что как раз о чем речь и шла. А с госструктурами вы контактируете? Вот в данном случае можно запрос какой-то сделать, так сказать, что это пуски были или что есть? Ну, для того, чтобы и да, очевидный, и да, и нет. И да, и нет. Да, мы контактируем со специалистами, мы контактируем там с какими-то людьми, но контакты, официальные контакты с государственными органами, к сожалению, как бы сказать, не налажены, поскольку в государстве нет на то потребности. То есть этот вопрос, вопрос наблюдения НЛО, к слову сказать, до 92 года был под контролем нашей любимой партии и нашего правительства. После 92 года никому, кроме общественных организаций, по крайней мере формально, это не нужно. Ну, в ряде случаев, в отдельных эпизодах, подчеркиваю, в отдельных, действительно, когда клюет жареный петух, то, как бы сказать, обращаются к нам. Ну, таких случаев, в общем-то, немного накапливается. Ну, как пример могу сказать. Пограничники на южных рубежах вот лет, наверное, там, несколько назад наблюдают НЛО, перелетающий с юга в сторону России. И, как бы сказать, что, и дальше этот объект полетел над Каспием. Для пограничников он был потерян. И дальше его сопровождали мы. Казалось бы, так сказать, наши силы, общественные организации и силы Министерства обороны или погранвойск, который подчиняется всем известному ведомству всесильному. Но тем не менее, благодаря тому, что мы имеем энтузиастов там,
ну, на львиной доле территории России и сопредельных стран. Благодаря им мы знаем, что с этим НЛО было дальше. Ну, к счастью, как бы сказать, он никакой опасности для безопасности страны он не представлял, как и все случаи с НЛО. Но поскольку я понимаю, что интересы у нас одни, а интересы у Министерства обороны бывают другие, то есть они же должны как бы реагировать на любое НЛО как на потенциального противника до тех пор, пока не опознают его. То есть здесь задача от обратного. Опознали, если это поняли, что это не, там, не американский какой-то летательный аппарат, не какой-то, так сказать, зарубежный, если это ничей, если это НЛО, то уже многие годы огня не открывают. То есть попыток сбить эти аппараты не предпринимают. Себе дороже это называется. Потому что бывает, так сказать, они мирно ведут себя, но бывает, что почему-то обижаются, как, когда по ним стреляют. Обычно, как бы сказать, не обижаются на дураков и улетают быстро, но бывает почему-то, вот не знаю почему, но бывает, так сказать, печальные последствия, печальные для тех, кто пытается сбить. То есть после того, как были неоднократные попытки, неоднократные печальные трагедии, там, летчики, если катапультировались, то это как бы считается хорошо, а если погибали летчики, то это уже плохо. Вот чтобы не терять технику, приказ несколько раз выходил, то есть несколько раз этот приказ подтверждали, что огня по таким аппаратам не открывать. И там, когда летчики, частенько я слышу, вот рассказывают об эпизодах встречи с НЛО, я часто слышу такую фразу, то есть они должны подтвердить это в диспетчер своему контролирующему органу, что вот подлетая к этой цели, я проверил, что оружие мое стояло на предохранителе. Вот, как бы сказать, это положено, так сказать, это сказать. То есть, короче говоря, у нас несколько разные цели и несколько разные задачи с нашими государственными органами. Иногда бывает, что, так сказать, их интересы и наши совпадают, они к нам обращаются. Но это не, но вот такие обращения носят не системный и такой эпизодический характер. Еще вопросы есть? Скажите, как вам удается отслеживать фотомонтаж от того 1%, как бы, реальных случаев, на ваш взгляд? Ну, фотомонтажа больше, чем 1%. 1% это отсутствие фотомонтажа. Вы со 100% уверенностью можете сказать, что это настоящий случай? Что это... Со 100% уверенностью я могу сказать только в том случае, если эпизод очень плотно исследовался, очень детально. Если он... Если информация исчерпывающая, если у нас на руках появляется оригинал фото или видеоснимка. То есть вот при соблюдении всех условий, да, я могу со 100% уверенностью говорить. Если какой-то вот компонент отсутствует, ну, например, у нас на руках не оригинал снимка, а его там уменьшенная копия, я, конечно, до конца не могу быть уверенным, но говорю, как бы там, с большой долей вероятности или там с вероятностью 99, ну и так далее. То есть вот такие оговорки я стараюсь делать. Поэтому вот я считаю, это научный метод. Не научный, это как бы не ознакомившийся со случаем, громогласно объявлять результат. К слову сказать, вот свежий эпизод 5 марта. Знаете, как бы, вот сейчас последние несколько дней загадка номер один — исчезновение Боинга 777. Вот, ко мне, и к нам тоже обращались вот, с комментариями, и я комментировал. Так получилось, что я с этого же аэропорта Куала-Лумпур на этом же или однотипном самолете, то есть я просто не знаю, этот борт или просто похожий самолет, тоже Boeing 777, я там летал, вот, ну, как бы сказать, естественно, не этим рейсом, понятно. Вот, поэтому, опять же, поскольку специалист по летательным аппаратам, ну, как бы я понимаю, что это может быть. Вот отчет совсем недавно, там,
день или два назад. Я помещал у нас на сайте, если кто-то хочет, посмотрите. Ну, краткое его содержание, я там перечислял, что может быть и чего не может быть. Я придерживаюсь такой позиции, что сначала мы должны поставить точки в версиях как бы не аномальных. То есть сначала должны разобраться с имеющимися версиями. А потом уже, так сказать, если окажется, что объяснить неаномальными причинами невозможно, тогда мы уже должны, так сказать, имеем, точнее, не должны, но имеем право аномальные версии рассматривать. Вот пока что версия номер один для меня это не катастрофа, либо это мгновенная катастрофа, импакт, то есть взрыв, по-русски говоря. Но вот последний день приходят как бы новые сведения, которые говорят, что, скорее всего, все-таки это угон. То есть, иными словами, до конца быть уверенным нельзя, но в любом случае, вот к нам обращаются, но я очень часто говорю там попозже или пока мы не знаем, что это такое. Но в любом случае, я не хочу, чтобы нас... К нам обращались телевизионщики только с одной целью, чтобы мы прикрывали НЛО и вообще аномальными явлениями там, все, что они просят. И вот в этом случае я всегда говорю, нет, уважаемые, сначала, так сказать, мы рассматриваем не аномальные причины, а потом уже, так сказать, в конце уже все остальное. Вот в этом плане как бы, мы часто не находим общего языка с теми, кто обращается. Но, что называется, таких обращений гораздо больше. Можно спросить, Чернобыльский метеорит когда был на территории... Челябинске. А, Челябинский. Когда 15 февраля. Я понимаю, а вот по времени, чтобы населению сообщить, это невозможно? Невозможно. Да? Невозможно. И когда много обмана было, часто бывает. Ну, и когда я услышал по телевидению, когда чиновник от Челябинской там... чего-то там администрации говорил, его там прижали к теплой стенке, как вы допустили, там, тролливали. И чиновник, как всегда бывает, они же всегда, так сказать, выкручиваются. Да. Он объявил, я это видел, своими ушами слышал, так сказать, с его уст. Мы за полчаса, говорит, всех жителей Челябинска по СМС-ке предупредили. Когда я это услышал, для меня это было лучшим доказательством того, что это не метеорит. Потому что о падении метеорита предупредить невозможно. То есть, иными словами, я точно этого чиновника и вообще, как бы сказать, никого, у меня язык не повернется кого-то обвинить, потому что я понимаю, это внезапно. Это как бы предупреждению здесь никак нельзя это предотвратить. А это просто был типичный случай, когда чиновник оправдывался по неграмотности, как часто они это делают. То есть предупредить об этом было невозможно. Но по косвенным данным мы чего-то такого ожидали. Подчеркиваю, это данные косвенные. Причин две. Обе косвенные. Во-первых, падение крупных тел масштаба, я их называю тунгусско-подобные. Опять же, вспомните вчерашний доклад. Я говорил о нескольких эпизодах, и вот эти эпизоды, если в хронологии расположить, они происходят примерно раз в 5 лет. Я рассказывал об этих эпизодах, напомню. 96-й, 2002-й, то есть через 5 лет, это в конце 96-го года, поэтому там чуть больше 5 лет. 2007 год, то есть еще 5 лет, прибавляйте к 2007 году 5 лет, начало 2013, то есть Челябинский метеорит. То есть, конечно, что-то подобное мы ожидали, примерно, но это же не рейсовый автобус. Ну, понятно. И здесь только теория вероятности говорит. И второе, это первый косвенная причина того, что мы что-то такое ждали. И вторая косвенная причина, дело в том, что эти события нарастали, шли по нарастающей. То есть это только для чиновников это произошло как бы внезапно. Для нас это событие началось 11
февраля с падения небольшого метеорита под Стерлитамаком. Значит, почему я связываю эти два события? Потому что на самом деле это был не один метеорит, а метеоритный рой, и, который летел, он растянулся в космосе, вот как дробь летит, когда охотники из дроби стреляют, то летит облако из дроби, максимальное количество дробинок в центре облака. То есть некоторые единичные обгоняют это облако, летят первыми, а некоторые наиболее медленные летят последними. То есть эта дробь попадает, как бы сказать, не сразу вот вся, она постепенно, кривая как бы растет, вероятность того, что дробь попадет, метеориты постепенно попадают. А максимум вот эта вероятность достигла как раз 15 февраля, а потом она тоже мгновенно не упала и тоже, так сказать, сходила до нуля. Так вот, на Землю метеориты падали с 11 по 20 февраля. Упали они, ну, извините, как бы вчерашний доклад пересказывать не буду. Кто не слушал, найдете в интернете. Они падали по всему миру. Конечно, больше всего досталось по России, то есть я этому рад. Почему досталось по России? Потому что территория у нас самая большая и, наверное, опыта побольше, чем у многих. Опять же, благодаря территории. Просто у нас тренироваться есть где. Как что падает большое, так у нас. Как что большое. Вот. Поэтому максимальный опыт у нас. К слову сказать, когда в ЮНЕСКО пришел запрос, нужен один человек в мире, у которого самый большой опыт по исследованию метеоритов. Вот надо срочно, так сказать, командировать, чтобы выяснить, там, метеорит упал или не метеорит. Вот когда такой запрос пришел, ЮНЕСКО обратилась ко мне и направила командировку там, за границу. Вот, но еще раз подчеркиваю, все-таки надо обладать, как бы сказать, объективностью. Это, наверное, не потому, что там самый умный, а потому, что именно мы имеем самую богатую практику. Нам достается всегда, ну или, скажем так, в большинстве случаев падения достаются на территорию России. Вот, и Челябинский метеорит тоже, так сказать, достал, в смысле, вот этот вот максимум, самая тяжелая часть досталась России. Только еще оговорку скажу. То, что подняли из озера Чебаркуль вот в конце прошлого года, это кусок вот от этого, да. Это кусок тот, который кусок подняли. Ну, этот, понятно, не настолько гигантский. Это скромный, а тот подняли 600 килограмм с лишним. Но и он не самый большой. То есть по нашим всем оценкам, я убежден, что самый большой кусок, там, ну, как минимум весом там, в 1,5 тонны, может быть, в несколько тонн, он улетел дальше, и вот его как раз мы искали. Он лежит в районе Верхнего Атляна. Это самое так, глухое место Уральского хребта. Его найти было очень тяжело. Ну и, к сожалению, вот сколько мы не искали, мы не нашли пока. Вот, но еще раз подчеркиваю, это был не один метеорит, это был рой. И этот рой бомбардировал Землю на протяжении большого количества. Но, сами понимаете, и эта причина тоже косвенная, потому что я не был уверен, что вот рой нарастает, в смысле вероятность нарастает, и вот сегодня упадет самый крупный метеорит. Потому что может и упадет, а может и нет. В конце концов, это же вероятность. Но на этот раз повезло, ну, в смысле, во всех смыслах повезло. Потому что ничего страшного не произошло. Никто не погиб, как всегда. Что само по себе удивительно. Больше вопросов нет? Тогда...